Спиди. Игорь, а тебе ты за чешкой тоже, да? Ну да. Пизда, короче, чешка не с ролика. Да, мне на ров не везет. Если упадет, чешку заберет лоб. А тут, походу, много кому чешка нужна. Заберите его кучу. Сейчас секундировал, дам до хилы. Че, есть тут те, кто в шахматы играет? Я опять комп наебал. Не, я онлайн играю. Лучше скажите этот. Есть ли те, кто третий Warcraft играет? Не, ну типа если ты смотришь, как я играю, это не значит, что ты играешь. Ну хотя можно чему-то научиться. Я вот, допустим, смотрел, как там чемпионы играют. Ну, что-то интересное высматриваешь, но не факт, что ты так же будешь все ходы и рассчитывать. А я тут причем кратко, я не рел. Не все победили. Если спросят, скажешь. А кто спросит? Посмотри. Вот, посмотри, как играть, да. Он минус, блин, у меня маны нету. Посмотри, как играть. Кто играет? Граби. Какой краби, блядь? ВВ, вытянешь какой-то. Граби. Какой нахуй граби? Граби. Не знаю, кто это. Шахматист крутой. Магнус Карлсон вот крутой. Не, граби круче. Если кому нужно. Ну, кстати, назови ману шаману. Гой, ты в протопале? Тащи вторую пачку. Кто еще в протопале? Тут получается три танка. Бар, Хризи, ДК, БДК и ты. Паладин Крабочка, ты зашел в РК? Здорово, Джейм. Здорово. Ты ж, Рома, помнишь, ты говорил про Rise of Legends игру? Да. Короче, какое-то там сообщество ВКонтакте, типы в беседку им добавился. Они играют, короче, ну там тоже 1-2 человека, наверное, хотят сыграть, короче. Да я в таком там... Там только в компанию играл. Паладин, Холипал, ты зашел в РК? Да. Эту компанию раз 5 прошел, блядь. И сейчас прохожу, еще музыки записываю. Фуривар,
Линтала. Ты зашел в арка? Ахант Печикоид. Все здорово. Давайте. Холипал кресты, ретрик кулаки, войд каски. Дайте, пожалуйста, шкаф. Подожди, еще один вопрос. Кнос, ты зашел в РК? Илюхка, я тебе дал, дай на Йеллу Клоуф МК. Все вижу. С гильдии не проверял людей. Во, прогресс. Подождите, с кем я обменялся МК? На тебе висит МК. Со мной. Илюха, с Йеллу Клоуф, вот с этим бомжом ебаным. Где молот, дай, пожалуйста, шкафчик. Зачем нам шкаф, тебе тут не надо? Гоша, ты обменяйся. А что, кралька АФК ушла или что? Ну да, она попросила сказать. Вон она бежит. Давайте, фулбаф по рейду. Танчить будет пэч-пач. Панка, манка. Угу, все. Только не забывайте обновлять, когда свет заходит. Чему заходит? Ханты, диспельте вступление на пульте на БДК. Агрессивное, ты тут? Начинай, короче. Ваши муки станут платой за это вторжение. Ставьте ауры, пожалуйста. Полипал от огня ауру, ретрипал сосредоточенности, протопал от прото. Ризифилак, спек не в танка, босса танчит БДК, первую копию протопал забирает, вторую протовар. Че это за прист у тебя? Да это у меня давно прист с X1 PvP, я просто никогда его не одевал. Давай, начинай играть. Он был так одет, короче. Вчера стролил счеты только. Ты же сказал, месяц не будешь играть. Ой, да и после этого уже 10 раз. Я пиздобал. Завтра все побеждающие. Не, завтра я днюху буду отвечать. Баньку снял, друзей. Банька, это хорошо. Ты снял? Ну как ты умер? Хотел выебнуться, что никто не умер. Здесь произошли страшные события.
Останься в танке. Захилите, блин, мне надо срочный звонок. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому. Дайте, пожалуйста, бафы друиды паладинские и Челяк Марс. Явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что... Давай, кралька, начинай. Силы были неравны. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Слуги! Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги, обратите их в пепел. Давайте резаем ману. В РК напишите, на кого вы ролите. Можно ролить на один спек. Можно на своих друзей поролить, но на один спек. Пишите ник и спек, если на кого-то другого ролите. Или свой офспек пишите. Джейми, мы на других в гильдии не ролим. А мы сейчас не в гильдии, а ты вчера вообще, блядь, в обычке отвалился. Мне просто было срочно, надо было отойти. Ты ничего не сказал, просто офнулся, и мы ждали тебя, полчаса стояли. Алька, будешь другом? Пиши в РК, Лифин. Тут мое слово потом ничего не будет значить, когда споры начнутся. Да, он написал. Поставьте ручку. Гильдия на гильдию не ролит. Молчат, пусть на себя ролит. Ну, что-то да. Но смысл им ролить на себя, если они не 6.5 сюда пришли, блядь. А смысл чувакам 6.5 идти в инс? Сейчас я на секунду отойду. 6.5 с гильдии идут за ИП. А солчата пускай 6.5 ролит, но там нет таких. Так что такой хуйней мы не занимаемся. Давайте чек на пол. Слышишь, что говорю? Мы такой хуйней не занимаемся. Хорошо, не занимаемся. Крабочка, что не так? Первая, вторая группа в свету. Третья, четвертая во тьме. Хант в пятой группе в свету. Холипал, во тьму не заходишь. Эрдру, Эршам во тьме хилят. Эршам диспелит. Я в свету диспелит. Рома, Рома, Рома. А? Если вдруг у меня что-нибудь не получится, первый трай, не ругайся, ладно? Я что-то забыла как-то все. Ладно, рост во тьме дадим. Давай, на счет три начинаем. Рыбы не будет, заходите за линию. Раз, два, три, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса. Бежи, метеор. А где я, шаман? Я не слышал. Ты во тьме и тьму диспелишь. Угу. Мир
Давай, заходи. Стоим все в свету. Стоим в свету, не заходим никто. Давайте, заходим. И в звезду становимся. Нормально я поставила, кто видит? Да, нормально. По Инору скиньте, как будете выходить. Паша, ты диспелишь во тьме, слышно? А я дисплею, но рост, дай рост, дай рост, я забыл, блядь, про рост. Я бы перед переходкой дал. Смотрите, метку ждем, стоим, ждем метку. Лок в сторону, остальные выходим. А, пути где? Первая, вторая свет, третья, четвертая тьма. Ханты на пол, пожалуйста, на протопала в свету. Вперед он каким. Метеор в свет бежит. Бежим сверху. Лезвием, что ли, сбрило? Я взял много. Ролим. Это быстро, да, надо. 26. Альтея и копытца перероливать. Ролим. Че? Еще раз будет. Я так поражаюсь всегда вашим голосом. Ролим, сапоги. Чё ты поражаешься? Всегда вашим вопросом. Всё, никому сапоги не надо. Да забирай себе на транспорт. На, раз, пыл. А чё поражаться? Пошлите вопрос, в целка прямо сейчас. Короче, я дошёл пока, там попозже вернусь. Собирай целка, Войд. Там кралька РС хочет хантоп. Да нахер она нужна РС, потом соберешь. Тебе-то не нужна, ей нужна. А может, ее не будет завтра. Давай быстренько РС бегаем, потом... Еще час же до ЦЛК, еще две можно РСки ебать. Ну, Рома РТ не стал, он когда приходит, тогда и собирает рейды. Думает, что это... Бэй, дайте там, ой. Я сам накину себе. Кто-то будет перезаходить? Ну, я пишу... Пати, дай стартки. Ну, Рома отошел. А ассиста ни у кого нет. Петух, ладно. Далее бы. Нет.
Филипец, начисляй людям, кто перезаходит, а я начислю тем, кто сейчас в рейде. Это мне на ДК начисляйте. А, все, вижу.